Всем привет, дорогие друзья, с вами Клайд, и в этом видео я хочу показать вам, как поставить моды на Мафию 2. Давайте перейдем непосредственно к установке мода. Для начала нам нужно скачать мод. Мы заходим на этот сайт, ссылку на него я дам в описании, и скачиваем оттуда любой мод. Также тут есть моды и на другие игры. Но нам сейчас нужна Мафия 2. Вот, значит, ищем тут нужный нам мод. Тут их 29 для Мафии 2. Значит, скачивайте их. Я этого делать не буду, так как я уже скачал мод. Он у меня находится вот здесь. Так, вот. Это тут пак модов содержится. Если вы скачиваете только один мод, то у нас будет zip архиве. Я скачал такой, пак модов. Тут много модов в этом. Ну, штук 8, наверное, тут модов. Вот. Открываем наш архив. После того, как вы его скачали. Тут вот. Да. Тут нажимаем вот Mafia 2 мод. И вот здесь мы видим две такие папки. DLC и DSS. SDS. Такие две папки. Все, пока больше в архиве никуда не лазим. Давайте его немножко уберем в сторону. Так, теперь открываем мой компьютер. Диск, на котором у вас сохранена игра. Для меня это диск D. Дальше открываем Mafia 2 расширенное издание, но это у меня лично. У кого-то может быть здесь просто Mafia 2. Открываем. После того, как открыли коренную папку с игрой, нам нужно зайти в папку ПК. Все. Дальше переходим опять к архиву. Видим тут две папки DLCS и SDS. И перебрасываем их сюда, в папку ПК. Ждем. У меня уже... Да, кстати... Договариваемся с компьютером все заменить. Вот, у нас все заменилось. Моды установились. Дальше заходим в игру и радуемся. Кто, если хочет скачать такой же мод, как у меня, который содержит в себе много модов, в том числе и такой глобальный мод, нашумевший в интернете, Freeride. То есть свободная поездка. В общем, я дам на него ссылку в описании. Вот, лично вот на этот мод. Ну и остальные моды вы можете найти вот на этом сайте. Ну что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Если возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Ну что ж, всем спасибо за просмотр и пока!